Сайгаки приходят каждое лето. Только раз от раза их становится все меньше. Ну все, хватит разговоров на сегодня. Отправляйтесь спать. Ассаламу алейкум. Ну и погода. Салем, дорогой. Кто-то поздновато решил навестить нас. Случилось что? Какие новости? Чем суд завершился? Присядь, расскажи. Ну, где же справедливость? Самый главный злодей вышел сухим из воды. Этого я уж никак не ожидал. Это он позвал нас на охоту. И рога оставались у него. Вы отвечаете за свои поступки. Вина этого гражданина в ходе следствия не доказано. А чего же ты хотел? С богатым судиться, только себя разорять. Правду говорят. Чем лучше людей узнаешь, тем больше собак начинаешь любить. Ой, что ты так? Нельзя всех под одну гребенку равнять. Противника уважать надо. Это как уважать? За что его уважать? За то, что он ради своей выгоды целое стадо сайгаков погубил? За то, что его подельников наказали, а он увернулся и посмеивается? От ответа все равно не уйдешь. Попробуй поймай, если сможешь. У тебя серьезный противник. Врага надо изучать. Каждый его шаг предугадывать. Откуда вы знаете? Он из бывших заготовителей. Раньше их было много. А после запрета на отстрел сайги стал черным скупщиком рогов. Значит, он снова объявится. Сайгаки вот-вот должны проходить. Тогда готовься. В одиночку ты с ним не справишься. Ишь, пострелял.
ребята, не слушаются старших. Мои дети были не такие. Это твои-то? Чё, и та? Видать, подзабыла, какими они были сорванца. Я уже здесь. Кто меня звал? Посмотрите, теперь нача. Какой важный. Да, конечно. Он вырос среди людей. Овечьим молоком питался. Эй, ребята, с кого смеетесь? Да с тебя. После возвращения ты какой-то не такой стал. Добренький, что ли? Да у него рожки, а не рога. Скоро вообще в барани превратятся. Ты еще ни с кем не бодался, а слабакам не место в нашем стаде. Ну что же, брат, принимай вызов. Ты должен получить новое имя, Сай. Так звали моего отца. Таков обычай. Всех мужчин мы называем Сай. Завтра турнир. Готовься. Так егеря рогов не нашли? Пришлось в кустах спрятать. Не то на 2 года бы загремел вместе с теми неудачниками. Вас же, Саке, тоже проверяли. И как удалось выпутаться? Я давно в этом деле и знаю. Продается абсолютно все. А что нельзя купить за деньги, то можно купить за большие деньги. А совесть?